Пасека – это очень интересный и чудесный мир со своими правилами и законами. Когда впервые попадаешь на пасеку, то пчелиные домики, ульи, кажутся сказочным городом, в котором есть удивительное движение пчел. А если заглянуть в улей, то начинаешь понимать, что улей – это настоящий дом, в котором живет огромная и дружная семья. Когда я впервые попал на пасеку, первое, на что обратил внимание, это красота природы, которая завораживала меня своими фантастическими пейзажами, которыми можно бесконечно любоваться и восхищаться. И среди всей этой красоты сказочная пасека и жужжание пчел. Но меня постоянно преследовала мысль о том, что вот-вот ужалит пчела, а может и не одна. Теперь я не боюсь и могу часами наблюдать за пчелами-труженицами. Изучаю их поведение и каждый день узнаю что-то новое и необычное. Пчелы – это очень хороший пример большой дружной семьи, которая может вдохновить любого, кто хочет научиться прилежности и терпению. Глядя на жизнь пасеки, я не перестаю удивляться, как организованно устроен труд удивительных пчел. Я всегда переживаю за состояние роя и здоровье каждой пчелы. В свою очередь пчелы принимают меня за своего друга. Каждое посещение пасеки приносит мне радость и множество положительных эмоций. Удивительный и сказочный пчелиный мир всегда приносит в мою жизнь много интересного и познавательного. Быть пчеловодом – это кропотливый труд, который привлекает немногих. К сожалению, молодежь ищет счастье вдали от сел, меняя живые пахучие луга и леса на шумные города. Но ничего не может сравниться с удивительной красотой природы и сказочными пчелиными ульями. Все это влечет своим ароматом и постоянным жужжанием пчел, которое напоминает мне о том, что пчеловодство – это труд, который вознаграждается полезным, вкусным и пахучим медом.